И вот силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера военно-морских сил Греции. Можете себе представить, вот такое название я прочитал, у меня аж челюсть отвисла, сейчас я вам покажу. Так, так, так. Вот, силы, это РИА Новости, видите, я ничего не придумываю. И, то есть, а все силы Черноморского флота бросились катер ловить греческий, но это не самое смешное. Самое смешное, что изображены на этой фотографии десантные корабли. То есть, они будут ловить катер и высаживаться, десантироваться на него, на абордаж ходить. На самом деле, фотография старая, я поискал, где она еще есть. Вот она, видите, есть. Российский флот взял под защиту идущие в Сирию танкеры, и вот эта же фотография. То есть эти, больше ничего нет, кроме вот этих десантных стареньких кораблей. Но видите, вот их показывают. 20 кораблей Черноморского флота блокировали подступы к Крыму. Опять эта фотография. Военный баланс в Черном море смещен в пользу России. Опять эта фотография. Ну, чтобы ВАТА нормально себя чувствовала. Но я нашел первоисточник, где, откуда взята эта фотография. Вот из этой статьи, сейчас я вам покажу. В России сгорел большой десантный корабль Митрофан Москаленко. И вот, и эта фотография. Ну, чтобы так народ понимал, откуда что ветер дует. Да, вот сгорел Митрофан Москаленко, фотография прилагается, а теперь эта фотография, она пугает всех. Там 20 кораблей, здесь катер они блокировали. Да, там еще... Я забыл прочитать, с этими фотографиями было много еще интересных надписей. США направили в Черное море катер береговой охраны Гамильтон, чтобы доказать своим региональным партнерам в период обострения. Катер направили, чтобы доказать. Катер. Американцы направили катер. И так далее. То есть, вот воюют с катерами они. Жесть.